Прыжки в высоту нередко называют жемчужиной королевы спорта легкой атлетики. Спортсмены легко и красиво взлетают над планкой, которая зачастую выше их роста. Но за этой легкостью стоят годы напряженных тренировок. Краевые соревнования по прыжкам в высоту памяти тренера Виктора Федоровича Ольховнева прошли в Славянске на Кубани. 159 спортсменов из 14 городов и районов Краснодарского края приняли участие в этих престижных соревнованиях в Центре спортивной подготовки «Олимпиец». На торжественном открытии участников состязаний приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Славянского района Александр Прищепа, который пожелал ребятам успешного выступления. Эти соревнования завоевали немалый авторитет на Кубани и уже стали традиционными. Условия наилучшие. Поэтому, естественно, поработать в таких условиях приятно всем. Практически все лидирующие спортсмены именно в прыжках в высоту присутствуют на наших соревнованиях. Они с большим удовольствием ездят к нам. Нас это очень радует. Славянские спортсмены, которые увлекаются этим видом спорта, хорошо подготовились к соревнованиям и были настроены по-боевому. Это такой вид спорта, где просто нужно очень хорошо толкаться вверх и не бояться высоты. А ты не боишься? Нет, не боюсь. Настрой боевой, мы тренировались усердно и готовы на хороший результат. Ярослав Кутковой преодолел планку на высоте 210 сантиметров, став лидером в своей возрастной категории. Кроме того, в активе юных спортсменов Славянского района есть 2 вторых места и 7 третьих. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».